Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня у нас Evening Drift и обновление 3.3, по-моему, или как оно называется. 3.2.1 обновление. Обновление 3.2.1. Да. Часто уже они радуют нас своими обновлениями. И вот еще одно. Я, может, поздно его снимаю. Ну, уже, наверное, 2 дня прошло, если не больше. Но все-таки снять-то надо. Уменьшен вес сервера. Убраны редко используемые трассы. Убраны все скины. Всем игрокам установлен скин CJ. Изменен магазин одежды. В нем теперь покупается не скин, а одежда. Также в нем можно изменить фигуру своего персонажа. Полностью переделан и возвращен режим Drift Air. Но это все понятно. Поехали в игру. Вот мы и в игре. Ну вот такой я себе уже переоделся. Так, ну там такой магазин не сильно понятный для меня на первый взгляд, но ничего страшного. Сейчас поедем и посмотрим, что там да как, зачем, почему. Так, поехали. И думаю, зайдем в казик один раз, рубанем. Один раз. Больше не буду. Давайте, тут как раз рядом есть магазин одежды, давайте посмотрим. Заходим. Вот, у нас есть футболки, прически, штаны, обувь, цепочки, часы, очки, шляпы, полнота есть даже. Ёпты. А ну. Вещи. Надеть. Как-то это до жопы, честно говоря. Ну ладно, давайте там футболки, например. Футболочки у нас есть, да? О, мне вот эта футболка нравится, кстати, 23-я. 23-ю я, наверное, себе ее куплю. 23-ю? Прикалывая такая футболочка или кофта. Прическа не в моем стиле, конечно. Ну давайте что-то посмотрим. Во, вообще тема. Обувь. Ну, достаточно много одежды, кстати говоря. Не, штаны, нам нужна обувь. Ну, так тоже неплохо. Штаны давайте выберем какие-то. О, вообще без базара. Цепочку. О, да, ты что? Часики какие-то. Похуй, пусть такие будут, шляпы. Нет, это уже бандит какой-то. Это уже какой-то бандитос. О, нет, это вообще полнота, мускулы. Давайте просто на... Ладно, давайте... Бонус получил, заебись. Так, давайте... Купить... И у нас просто классный скин получился такой. Мне нравится. Чё, неплохо. Такой чисто мажорчик такой подъехал. Такой мажорчик. Ну, добавили режим F, естественно. Или как там, R. R, да? Режим R. Блять, ух, ебать, копать нахуй. Угу. Ну чё, нормальный режим R сделали, наконец-то. А то до этого мне он вообще не нравился. Нормальный хоть режим R сделали. А так, такое дерьмо было, честно говоря, до этого. Вообще не тащило. Конкретное дерьмо. Вот именно конкретное дерьмо было. Прям вообще фу. Просто фу. Ну, мускулы, походу, не работают. И, кстати... Вы можете покупать скины бесплатно, они денег вообще не стоят. Давайте я один раз сыграну. Один раз, все, вот отвечаю. А не, все-таки уже убрали баг. Все-таки тратится деньги, когда покупаешь скин. Мы ничего не выиграли. Я так и думал. Чтоб
видео не было таким коротким, мы поучаствуем в гонке. В драгонке, честно говоря, я думаю, проиграю, потому что, ну, я вообще не в драгонке ни разу не выиграл и не умею это переключать нормально, толком. Так что вот так вот. На X5 у меня только 5 ОПР есть, только X5. Капец, колесики такие маленькие, узкие, впереди. В драге должно так быть. 5, 6, 7 только может участвовать. Ну, ничего страшного. Сейчас мы попробуем как-то их порвать. Хотя, мне кажется, у нас это не получится. Хотя бы просто поучаствуем для веселья и чтобы видео не было таким коротким. Вообще продули жестко мы. Я таких продул еще не видел. Просто мы жестко продули. Просто с места. С места просто продули. Вот это мы красавчики, конечно, да? Тупо с места слили. Прям как ложки, блин. Ну реально, я просто первый раз участвую в гонке такой. И вообще не по кайфу мне эта тема. Переключай, блядь. Давай. Переключаем. Сейчас надо будет сбрасывать. Переключаю. Переключаю. И поехали. Скорость, конечно, у нас не очень быстрая, но, в принципе, нормальная. Но я же говорю, я херовый. Я сразу знал, что я могу проиграть. И проиграю. Так что здесь ничего позорного нету. Потому что я не умею переключать это в поворотах и так далее. Я вообще протупил на старте. Так что вот так вот. Ну, сейчас как-то попытаемся, может быть, их догнать. Хотя там геттер был прокачанный в жопу просто. И у тайны там, что там был, у него Кадиллак, по-моему, или что-то такое. Или Шевроле. Ну, что-то типа такого, ну, тоже вкачанный по-любому. И пацик на Порше подъехал еще. Так что шансы у нас изначально небольшие были. Ну, может, кто-то куда-то врезался. И мы хоть не последний приедем. Я на это надеюсь. Но, мне кажется, нихера подобного. Но все равно зато поучаствуем в гоночке. И обновление показал, как бы. Здорово, пацаны. Что-то такой грузовик добавили? Разве? Я чуть не провтыкал чуть-чуть. Чуть-чуть не провтыкал. Куда нам? Сюда? Ого. Я не знал, что такая длинная. Я думал, там кружочек сделаем маленький и все. Ну да, они вырвались вперед, потому что они там едут под 300. А я 232 всего лишь. Надо будет тоже XAV качать. Или RS-ку. По-любому надо тачки будет качать. Ну, блин, нету времени зарабатывать денег. И денег нету, как бы. Две проблемы сразу. Но попытаюсь как-то это решить в скором времени. Все-таки надо уже попробовать качать свои тачки. Тачки есть, у меня их 5 штук. Ну, блядь, они вкачаны только на один мотор. Это X5, вот. А все остальные стоковые. Надо вкачивать тачки. Бросаем. Переключаем. Переключаем. Рано, блядь. Переключаем. Переключаем. Блядь, рано. Вот это я осёл, да? Конкретный причем. Даже не могу скорость переключить. Блядь, ну, блядь. Все равно же поворачиваем вниз. Какая разница? А, не, мы прямо едем наверх. Блин, надо было ВК закрывать, а тут это пипиканьки, блядь, вот эти. Постоянные. Можно тормозить.
Ладно, вот такая вот серия была. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ждите новых серий, комментируйте. Всем пока и хорошего настроения. Смотрите, какую я обнаружил интересную какую-то постройку. Я вообще без понятия, что это, но его точно раньше не было. Давайте поднимемся как бы и посмотрим, что это такое. Я вообще без понятия, может это дрифт-трасса какая-то. Ну, это дорога на Челяд. Вы серьезно? Это дорога на Челяд. Я знаю, что я с вами уже попрощался, но, блин, вы понимаете? Так. Сейчас мы ответим. Так, едем дальше наверх. Блин, я уже задолбался ехать, честно говоря, и боюсь упасть. Потому что машина разобьется в щи. А у нее очень дорогой ремонт, как вы знаете. Да? У нее очень дорогой ремонт, так что не хочется как бы упасть. И эта дорога какая-то... Не знаю, смысл был делать такую длинную дорогу на Челяд даже. Если подумать. Это просто жесть. Это конкретная жесть. Я чисто случайно наткнулся, когда уже попрощался с вами и так далее. И тут такая херотень появилась сдалека. Фу, блин, так можно и голову себе закружить. О, наконец-то. Ага, и обратно начинается эта карусель. Непонятная дорога мне. Может, она и была, просто я не замечал, но, по-моему, ее не было. Фу, это жесть. Зачем такой лабиринт было делать? Это даже не дорога, это вагончики. Это обычный... Ой, было бы классно, если бы они сделали здесь гонку какую-то на это. Типа смертельная гонка, там такое. В натуре было бы вообще охеренно. И чекпоинты стояли бы у самых краев. Вот так разбросаны влево-вправо, влево-вправо. Было бы классно. Вот надо будет им... их попросить сделать, или напишите им там, или хэштег в комментариях сделайте, чтобы сделали смертельную гонку. Типа, если вылетел, то все, ты проиграл. Типа, как самолетом взрывается машина. Блять, у меня только что просто чуть не взорвался пукан, отвечаю. Я чуть только что не обосрался. Я думал, все, у меня уже 100 тысяч в глазах, нахуй, так, бум. Думаю, все пизда. Думаю, все пиздец конкретно сейчас будет. Думаю, блядь, аллилуйя. Мы не упали. Но выехать мы тоже не можем, поэтому старый дедовский способ, заезжаем жопой. Заезжаем жопой. А, ну сюда мы жопой не заедем, наверное, да? Нет, туда мы точно жопой не заедем. Поэтому поехали сюда. Ну да, это дорога на Челяд, по идее, да? В натуре пусть они сделают смертельную гонку, так чекпоинты разбросают. Типа, и там финиш сделают в аэропорту ЛВ, допустим. Начинаем с Челяда, а финиш в аэропорту ЛВ. Ну, правда, добираться будет до хера. Хотя, сделайте, чтобы наверх, типа, кто первый выезжает наверх. Да, кто первый наверх выезжает, тот выиграет. Сделайте так. Ну, такую гонку, разработчики. Думаю, будет классно. По-моему, такого не было. Да. Стопудово. Стопудово такого не было. А вот сейчас будет эпично просто. Диф F. И поехали. Сейчас у Вайдера будет очко. Жим-жим. И у меня тоже. Это самый опасный дрифт, пацаны, в мире. Просто самый опасный дрифт. Хотя нет, давайте оставим это на другую серию. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Я это уже говорил перед этим, но все равно. Всем пока и ждите новых серий.